тот душераздирающий день я, как обычный порядочный человек, возвращался домой с работы. Ну, у меня, видимо, уже была работа. Но как только я дошел до дома и нажал кнопку лифта, ну, я же всегда на лифте езжу, что мне как раз тот день и обошлось недаром. Я нажал кнопку и поехал на свой этаж. Но пройдя 5 этажей, лифт остановился, и свет погас. Я сначала особо не паниковал, вызвал мастеров, но никто не отвечал. Уже тогда я подумал, что хуже уже вряд ли будет. Но минуты через 2 я понял, что очень круто ошибался. Потому что еще минут через 5 начались легкие постукивания, а потом и вовсе грозный такой удар в дверь топором. Вот здесь я чуть сознание не потерял от страху. Но как только дверь лифта открылась, передо мной образовались мастера лифта, которые, собственно говоря, все мне и объяснили. Оказывается, у лифта давно проблемы с поездками были, но сейчас проблема была неисправная. И им ничего не оставалось делать, кроме как просто взять и взломать его топором для того, чтобы меня освободить. Оказывается, они меня спасли, но тем не менее, после этого случая на лифте больше не ездил.